Здравствуйте, в эфире «Время новостей МИАС». С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Ирина Горностаева. Смотрите сегодня в выпуске. Ошибка в расчетах, повышение тарифов или вина самих жителей? Почему миасцы получили большие счета за горячее водоснабжение и отопление? Благоустройство города в наших руках. Выбрать понравившиеся проекты преображения МИАСа можно уже в это воскресенье. 4 года с момента присоединения южноуральцы реализуют бизнес в Крыму. Повысили тариф или нет? Жители центральной части города столкнулись с высокими суммами в квитанциях за потребление горячего водоснабжения и отопления. Февральские счета оказались больше январских. С чем это связано, узнала наша съемочная группа. По словам ресурсоснабжающей организации НСР, повышение тарифов за услуги отопления и горячее водоснабжение не произошло. А высокие суммы в квитанциях связаны с тем, что потребители не своевременно осуществляют очередную поверку своих индивидуальных приборов учета. В февральской квитанции АО НСР разместил информацию по каждому лицевому счету о наступлении очередного срока поверки. Если у вас не совпадает срок поверки, указанный в квитанции, со сроком поверки, указанным в акте, то предоставьте акт поверки просто в адрес АО НСР, и вам будет сделан перерасчет. Поэтому, если у кого-то большие суммы, это скорее всего значит, что вам произошло начисление по нормативу. Если у вас закончился срок поверки, добавляют специалисты, то ее необходимо пройти и направить самостоятельно акт в адрес акционерного общества НСР. Такие акты предоставляются лично и ни в коем случае не через посредников, то есть организацию, осуществившую поверку, управляющую компанию или расчетный центр. Предоставить акт можно в участок абонентского отдела по улице Романенко, 50. Пара дней осталось у миасцев, чтобы познакомиться со всеми проектами благоустройства общественных территорий, которые готовы к воплощению в жизнь. 18 марта каждый житель МИАСа старше 16 лет сможет выбрать любые 2 понравившихся проекта. Еще об одной территории, нуждающейся в преображении, расскажем вам прямо сейчас. Ежедневно комплекс зданий городской больницы номер 2 по улице Ильменская посещают более 3000 человек. Многие приезжают на машинах. На парковке не хватает места. Это вызывает раздражение у посетителей больницы. Ну, хотелось бы, чтобы куда было машину поставить, а то люди вон уже и на остановку туда ее ставят. При содействии главного врача больницы и депутата округа был создан проект благоустройства. Он предусматривает 400 парковочных мест перед поликлиникой и больницей, кольцо для разворота, а также освещение, озеленение, лавочки и асфальт. В плане благоустройства есть пешеходные дорожки к больнице от улиц Чучева и Романенко. Деньги на проект благоустройства могут быть выделены из федерального и областного бюджета. Но для этого жители должны показать свою заинтересованность. К сожалению, это городская территория, и больница не может тратить на это деньги. Вот, ну, а город большой, понятно, что на все не хватает. И вот цель-то, наверное, вот этого голосования – выделить наиболее значимые места, с которых начать, привести их в порядок и идти дальше. В планах администрации лечебного учреждения облагородить и собственную территорию. Это сквер за забором главного здания больницы. Это может стать продолжением благоустройства по федеральной программе. Здесь могут появиться уютные беседки, цветники и аллеи. Комплексное благоустройство территории поддерживает депутат по 14-му округу Сергей Федоров. Он планирует потратить депутатский миллион на благоустройство территорий, прилегающих к поликлинике. Это пешеходные переходы, остановочные комплексы, асфальтовые дорожки по улице Ильменской от Лихачева до поликлиники. И когда сделаем вот и подход с той стороны, и здесь сделаем благоустройство у больницы и поликлиники, я считаю, вот это будет комплекс. Общественно значимые люди как раз и увидят, что действительно государственные деньги тратятся на общественно значимые места. Жители МИАСа предложили для участия в проекте формирования комфортной городской среды 420 вариантов преображения городских территорий. Это парки, школьные дворы, улицы, стадионы, городские больницы и аллеи. Из них 35 были проработаны до стадии готового эскизного проекта. В среднем от каждой части города и поселка выдвинули на опрос по 2-3 территории. Больше всего объектов для благоустройства предложили жители Машгородка. В итоге в список для рейтингового голосования общественной комиссии включены 18 территорий. Из них в ходе рейтингового опроса горожане должны будут выбрать проекты, которые, по их мнению, нужно благоустроить до конца 2018 года.
Важность и значимость этого проекта, я полагаю, жители Миасского городского округа смогли увидеть и оценить по итогам прошедшего 2017 года, когда ряд внутридворовых территорий, два общественно значимых пространства приобрели принципиально иной вид, стали более благоустроенными, более удобными для жизни наших горожан. Для того, чтобы выразить свое мнение, горожанам необходимо прийти 18 марта на избирательные участки по месту жительства. Массовый опрос по программе «Городская среда» будет проходить в соседних помещениях. Участвовать в опросе могут жители Миаса, достигшие 16 лет. При себе нужно иметь паспорт. Отметим, что в одном бюллетене можно будет отметить не более чем две общественные территории. 4 года прошло с момента присоединения Крыма к России. Завтра, 16 марта, в полдень на открытой сцене у Дома культуры «Бригантина» состоится митинг-концерт «Это Крым и по совести это Россия». Дорогие миасцы, завтра, 16 марта в 12 часов, мы приглашаем вас на митинг-концерт, посвященный воссоединению России и Крыма, который состоится у Дома культуры «Бригантина». Адрес проведения данного мероприятия 8 марта 134. В митинг-концерте будут принимать участие коллективы Дома культуры «Бригантина». С Крымом Челябинская область активно сотрудничает. Поставляют наши предприятия в Крым не только металл. Одни отправляют на полуостров сантехнические изделия, другие разрабатывают с крымчанами подводного робота, третьи подумывают строить на Черноморском побережье дома. Подробности у нашей коллеги из областного центра Юлии Савосиной. Я все время привожу сравнение, что наш радиатор – это «Мерседес» среди радиаторов. Такие радиаторы пользуются спросом, активно продаются. И не только в Челябинской области, но и по всей стране. Фирма Сергея Ермакова поставляет свою продукцию в Сибирь, Чечню и даже Казахстан. А в прошлом году вышла на новый рынок – в Крым. Челябинской продукцией крымские сантехники заинтересовались на одном из профессиональных конкурсов. А потом была поездка на полуостров в составе бизнес-миссии. Торгово-промышленная палата организовала бизнес-миссию, и мы в составе делегации туда приехали. Опять же, мы презентовали нашу продукцию, нашу компанию. Нами заинтересовались и строители, и предприниматели, и мы начали работать. Меньше чем за год компании Сергея Ермакова удалось наладить регулярные поставки своего товара в Крым. На сегодняшний день ежемесячно из Челябинска на полуостров отправляется 20-тонная фура с продукцией. Южноуральские предприниматели активно развивают свой бизнес в Крыму. Компания Сергея Ермакова на полуостров отправляет унитазы, раковины, радиаторы, водонагреватели и смесители. Есть у Крыма и Южного Урала и совместные инновационные разработки. Ученые из Севастопольского госуниверситета и специалисты из Магнитогорска вместе работают над роботом-водолазом. В основе антропоморфный робот САР-400. Работать под водой он будет самостоятельно, без вмешательства человека. Магнитогорские инженеры создают датчики, которые отвечают за движение. В Севастополе же разрабатывают алгоритмы управления андроидом. К тестовым испытаниям робота-водолаза должны приступить уже в начале 2020 года. Спрос есть. Тот рынок, который сейчас формируется, то есть рынок подводно-технических работ, выполняемых автономными роботами, это глобальный рынок, который востребован по всему миру, и объем этого рынка исчисляется миллиардами долларов. А вот компания Анастасии Воробьевой только планирует зайти на рынок Крыма. На полуострове бизнесвумен будет строить жилые дома. Ведь там действуют и социальные программы, и льготы для предпринимателей. Создание свободной экономической зоны дает перспективы и для бизнеса, для привлечения инвесторов. Очень хорошие преференции. То есть по налогам это и прибыль 2%, соответственно, это огромная разница, да. И социальные взносы вместо 30 мы выходим на 8,5%. Анастасия планирует построить жилой комплекс в одном из городов на севере полуострова. Где именно, пока коммерческая тайна. Юлия Савосина, Павел Головин, ОТВ. Работают ради читателей. 100 лет газета «Миасский рабочий» рассказывает о жизни города, наставляет и развлекает своих подписчиков. Многие жители округа выписывают газету десятилетиями. Корреспондентов узнают по стилю письма, а иногда знакомятся лично. О взаимной любви читателей и газеты расскажет Марьяна Развеева. За 10 лет выросла пенсия в 3 раза. Новости и рецепты здоровья Зоя Андреевна Колногорова узнает из газеты «Миасский рабочий». Это издание женщина начала выписывать еще в молодости. Помнит бывших редакторов газеты и многих журналистов.
Есть у Зои Андреевны и свои любимчики. Рассказывает, может узнать их по стилю изложения. Так давно. Вот сама не знаю, чем объяснить. Я в первую очередь смотрю, Максим Туманов. Во-первых, достоверные факты излагает. Вот. Общается действительно с такими людьми, которые работают. Со своим любимым корреспондентом Зоя Андреевна познакомилась лично, когда пришла выписывать газету «Миасский рабочий» прямо в редакции. Теперь забирает свой свежий номер каждый четверг. Городская газета издается с 30 марта 1918 года. В этом году ей исполняется 100 лет. Именно читатели не дают журналистам забыть о важности своей профессии. Ну, подписчики звонят там достаточно часто, по несколько раз в день, бывает до 10 звонков, обращаются по разным вопросам, со своими проблемами, с благодарностями, с претензиями, если что-то непонятно, они у нас спрашивают, мы разъясняем. В общем, приходится общаться с подписчиками достаточно плотно, часто и много. Но мы, в принципе, этому рады, потому что мы для подписчиков, для читателей работаем. Газета «Миасский рабочий» распространяется по подписке и в розницу. Оформить подписку можно на почте, в киосках печати и другими удобными способами. Это можно прийти к нам сюда подписаться. Очень дешевая подписка идет, всего 160 рублей. То есть приходит сюда к нам в редакцию. Здесь можно подписаться и получать ее здесь. Также можно вызвать на дом почтальона, если вдруг пожилой человек не может самостоятельно прийти к нам сюда. Можно позвонить к нам по телефону и пригласить к себе на дом почтальона. У «Миасского рабочего» 8 собственных почтальонов на автозаводе, Машгородке, районе Рассвета, в поселках Дачный и Восточный. Кроме этого, газету доставляет курьерская служба и Почта России. Всего на издание подписаны около 1000 физических лиц и 60 организаций. У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1obl.ru, а также в группе ВКонтакте телевидения «Миаса». Предложить свою тему для сюжета можно по телефону 25-00-55. Спасибо, что были с нами. Встретимся на выборах президента России в воскресенье 18 марта. Одежда ведущей предоставлена магазином «Манго». ТРК «Слон», второй этаж.